Все больше жителей городского округа отказываются от использования мусоропроводов. По их просьбе сотрудники управляющих компаний заваривают на лестничных площадках люки, предназначенные для выброса бытовых отходов. С чем связано такое решение и как добиться ликвидации мусорных труб, узнала наша съемочная группа. С тех пор, как во дворе дома появилась контейнерная площадка, Александр Евсеев перестал пользоваться мусоропроводом. Сооружение для выброса отходов внутри жилого здания – это не только лишние расходы на содержание многоэтажки, но и источник антисанитарии. Мусоропровод приносит одни проблемы – тараканы, мыши, крысы. Я считаю, что надо убирать эти мусоропроводы. Дом будет чище. И для жителей экономичнее. К мнению старшего по дому прислушались соседи. На общем собрании подавляющее большинство жителей приняло решение избавиться от эпицентра неприятного запаха и насекомых. Управляющая компания просьбу выполнила. Одним только завариванием мусороприемников дело не заканчивается. Трубу, через которую выбрасывали отходы, промывают с помощью специального устройства. На крыше рабочие снимают верхнюю часть мусоропровода. После установки лебедки, катушки, трос опускают вниз по трубе. В мусоросборной камере к канату крепят щетку. Потихоньку мы поднимаем все это оборудование наверх под давлением. Вода размывает всю грязь со стен, все это сливается в канализацию. Промывку и дезинфекцию мусоропровода выполняют дважды. Обязательный завершающий этап – сушка трубы. После этого можно навсегда закрыть мусоросборную камеру. Айтадж Чирагова, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.